12 марта в спортивном комплексе «Юность» прошли первенство области и турнир «Будь лидером» по карате. Борьбу за медали вели 350 спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет. Мы задумывали этот турнир, и чтобы он передавал суть восточных единоборств карате. Для того, чтобы добиться цели успехов, нужно набраться терпения и делать небольшие шаги, преодолевая себя. И самое главное, чтобы внутри себя ты чувствовал себя лидером. Маленькая победа, ты лидер. Еще одна победа, еще один шаг, ты снова лидер. Это главное, чтобы ты был внутри себя, для себя победителем. Среди каратистов 14-15 лет самую яркую победу одержал Никита Федосеев. Он умело наращивал давление, технично выбирал момент для атаки, а затем изобретательно и результативно действовал вторым темпом. В итоге Никита победил в самой сильной по составу весовой категории. Я хорошо проявил себя как в атаке, так и в контратаке, потому что в атаке я забирал инициативу у соперника, и благодаря этому потом судьи обращали внимание больше на меня. По действиям я доволен, что у меня получалась двойка в корпусе такизами гяку и мои удары ногами. В состязании девушек отличилась Алина Афанасьева. Спортсменка прибавила в скорости и мастерстве исполнения борцовских приемов. В финальном поединке одержала победу над лидером всероссийского турнира «Кубок Прииртышья» Виталиной Ярыгиной. В моей категории было сильное соперничество. Я сделала акцент на атаку. У меня все получилось. Мне помогали подсказки моего тренера. В финале у меня получился, когда я разнервничалась, у меня получился сделать бросок. И у меня было преимущество. В состязаниях по ката спортсмены включили в свои композиции новые элементы, наработанные по итогам обучения на семинарах ведущих спортсменов и тренеров сборной России. В старшей группе победил Ренат Абишев. Каратист продемонстрировал четкую фиксацию блоков, стоек, ударов и полностью раскрыл образ ката. Мы с моим тренером Кисловой Ксенией подготовились к этим соревнованиям очень хорошо и серьезно. Я очень хорошо сделал ката, четко входил в стойки, жестко делал развороты, громко кричал кинсей, делал все уверенно. В конце марта сильнейшие омские каратисты выступят на всероссийском турнире в Новосибирске.